Количество мирных жителей, погибших в Афганистане в прошлом году, выросло на 22% по сравнению с 2013-м. Об этом сообщается в опубликованном недавно докладе афганской миссии ООН. Всего в Афганистане за 2014 год погибли и пострадали более 10 тысяч мирных жителей. Такое количество потерь за последние несколько лет может сравниться лишь с показателями 2009 года. В докладе упоминается, что ответственность за 72% от общего количества жертв несут антиправительственные силы. Стражи порядка и иностранные войска признаны ответственными за 14% погибших. Оставшиеся потери отнесены к наземным столкновениям, при которых затруднительно определить виновную сторону, а также приграничным обстрелам.